переходим к испытаниям. Для начала начнем резать более тоненькие веточки. Хорошо. Потолще режет. Теперь около 10 сантиметров. Режет. Посмотрим на срез. Довольно неплохой, ровный. Не оставляет зазубрин. Возьмем еще толще ветку. Вот тут, конечно. А вот эту не взял. Попробую здесь более толстым краем. Давай, давай. Есть! Ну и срез, как мы видим, не очень ровный.